Кронштадт. Таким же пасмурным зимним утром 20 декабря 1908 года весь город облетела скорбная весть. Иоанн Кронштадтский скончался. Еще ночью, видя его тяжелое положение, отслужили литургию, и священники Иоанн Аржановский и Николай Петровский в последний раз причастили батюшку святой крови, принеся святые дары прямо на квартиру. Сюда, на Посадскую улицу, дом 21. После причастия он сам утер уста и некоторое время был совершенно спокоен, а уже в 7 часов 40 минут утра дух старца покинул его тело. Священники совершили положенное по уставу церкви помазание елеем всего тела почившего, причем поразились крайнему истощению страдальца. Желудка как будто совсем не было, одни косточки. После помазания почивший был одет во все священные одежды, им самим для этого предназначенные. На голову возложили митру. Утром 21 декабря тело батюшки под колокольный звон было торжественно перенесено в Андреевский собор. Собор стоял на этом самом месте, где теперь разбит сквер с невзрачными квадратными клумбами. Где-то здесь было основание колокольни. Через 20 с лишним лет после этого дня большевики взорвали собор и сравняли его с землей. Тысячи людей приехали из Петербурга и других мест для прощания с дорогим батюшкой. Вдоль улиц стояли сухопутные войска шпалерами, с трудом сдерживая толпу. После последней панихиды утром 22 декабря огромная процессия, не менее 20 тысяч человек, медленно двинулась по льду к Санкт-Петербургу. По приказу начальника Кронштадта всем желающим проводить усопшего по морю предписывалось следовать рядами друг от друга не менее как на 2 шага, ввиду непрочности льда. Петровские военные форты стали немыми свидетелями последнего пути великого кронштадтского пастыря, протоиерея Иоанна. Только потом кто-то посчитал, что траурная процессия прошла за день до монастыря на Карповке в общей сложности около 25 верст. Гроб с телом почившего на руках священников был вынесен в нижнюю церковь-усыпальницу и опущен в мраморную гробницу. Нижний храм был освящен во имя святого пророка Илии и святой царицы Феодоры, имени отца и матери батюшки. Царь Николай II издал высочайший рескрипт, где говорилось: «Утратив возлюбленного молитвенника нашего, мы проникаемся непременным желанием дать достойное выражение нашей скорби с народом ежегодным молитвенным поминовением почившего в день его кончины». Николай II. В конце октября 1829 года здесь, в поселке Сура Архангельской губернии, в семье псаломщика Ильи Сергиева родился сын.
Новорожденный был так слаб, что боялись, не доживет до утра, и просили священника побыстрее его окрестить. Нарекли именем Иоанн. Дом, в котором родился Иоанн Кронштадтский, не сохранился, а вот дом его родной сестры, Дарьи Ильиничны, выстоял. Построен он был гораздо позднее, в 1860 году. Но батюшка бывал здесь и останавливался переночевать на втором этаже. Сегодня дом Дарьи Ильиничны Малкиной остался без присмотра. Его хозяин давно уже не показывался в Суре, и дом ветшает. А ведь это один из последних старой дореволюционной постройки домов, в которых бывал отец Иоанн. И этому дому уже почти полтора века. Как было бы хорошо превратить его в музей святого праведного Иоанна Кронштадтского. Пока еще не поздно. Родная изба отца Иоанна запечатлена лишь на фотографиях, рядом с часовней святой мученицы Параскевы. Есть и фото внутреннего убранства дома. А вот и родительский дом, где отец Иоанн провел свое детство. Известно, что у батюшки детей не было, но у его родных сестер были. Здесь, в Суре, сохранились не только дома времен святого Иоанна Кронштадтского, но живы и его родственники. С одним из потомков его рода мы познакомились. Кричев Иван Васильевич родился в 1933 году, 6 февраля, в деревне Осаново, Сурского сельсовета, вот за рекой, для перспективной деревни. И вот мы росли в такой нужде, ни обуть, ни одеть, ничего не было. Трава заготовляли в весенний период по насту, на санках заготовляли. С ножовкой бегаешь, все сухостой собираешь. Так жили. Во время войны очень трудно было период. А сейчас род так расплылся весь, как уже их много, всех не перечислить, не пересчитать. Это всех, это все дерево кронштадтского. Род большой у нас стал. По всей земле уже раскинулся. И в Германии, и во Франции есть родственники. А здесь-то у нас пока не так много, но существует еще. Что главного оставил батюшка Иоанн Кронштадтский? Что после него осталось главным? Главная вера. Вера осталась в его. Вера осталась. Самое главное. Кстати, Иван Васильевич Кычев в молодости служил матросом. И что удивительно, именно в Кронштадте. Кронштадт – это военно-морской порт, созданный в устье Невы Петром I и прославленный именами Александра Попова, изобретателя радио, полярных исследователей Лазарева и Беллинсгаузена, а также видных русских и советских военных моряков. Крепость Кронштадт, кстати говоря, так ни разу и не была взята за все 300 лет своего существования. Однако город имел и другую известность. К концу 19 века в Кронштадт отправляли на жительство бывших каторжан, уголовных и вообще весь столичный сброд, подальше от Петербурга. Закончив Архангельскую семинарию и Петербургскую духовную академию, в 1855 году Иоанн Сергиев женился и был рукоположен в священника. Ему предложили служить в Андреевском соборе города Кронштадта. Каково же было его удивление, когда, впервые войдя в собор, он узнал в нем тот самый храм, в котором недавно видел себя во сне. Это был явный промысел Божий. 53 года по этой улице отец Иоанн Кронштадтский ходил к храму и почти ежедневно служил. Жил он всего в 500 метрах от собора.
промыслом Божиим, квартира батюшки сохранилась и постепенно восстанавливается. Сколь чудная святыня, это квартира, в которой батюшка отец Иоанн Кронштадтский подвязался почти всю свою жизнь. В этих стенах он жил с 855 года до 1908 года, по 1908 год. 53 года жизни, 53 года подвигов, 53 года молитвы. То, что сам батюшка называл «моя жизнь во Христе», прежде всего проходило именно в этих стенах. Сколько здесь батюшка вознес молитв за мир, за Россию, Отечество свое возлюбленное, за народ русский. Сколько здесь тайных воздыханий вознесено к Богу. Здесь батюшка отец Иоанн Кронштадтский составлял свою знаменитую книгу «Моя жизнь во Христе», которая есть не что иное, как дневник его духовной жизни. Здесь батюшка принимал своих высоких гостей, духовных чад, известных, ныне прославленных в сонме новомучеников российских, священномученика Серафима, митрополита Петроградского, Чичагова, священномученика Владимира, митрополита Киевского, священномученика Ермогена Тобольского, священномученика Иоанна Восторгова, философа Орнатского и брата его, протоиерея Иоанна Орнатского, преснопоминаемую блаженную старицу, великую игуменью Таисию и игуменью Ангелину и многих-многих других. Но здесь батюшка принимал не только земных гостей, здесь он сподобился посещения и небесных посетителей. Здесь отцу Иоанну являлась сама Пречистая Матерь Божия. Трижды являлось это явление, которое нам известно со слов записей дорогого батюшки. Хотя, возможно, их было и более. Именно здесь Матерь Божия сказала отцу Иоанну сокровенные таинственные слова в явлении своем. «Милейшие вы чада Отца Небесного». То, что мы воспеваем в восьмом кандаке Акафиста. Эта квартира – великая святыня земли русской, и милостью Божией вот она уже два года как доступна для богомольцев, посетителей, паломников, и ее двери отверстые всякому почитателю, батюшки. Всякий пришедший сюда, мы верим, становится гостем дорогого батюшки. Сам батюшка его принимает, сам батюшка его благословляет, сам батюшка его утешает. Это было единственное место, где батюшка мог предаться тихой, сокровенной молитве. Единственное место его покоя, отдохновения. Потому что везде он был с паствой, везде с народом, везде среди людей, везде тесним, утесняем. Везде даже и преследуем, но никогда же не оставляющий пасту. Единственное место, где он спокойно мог вздохнуть, это были вот эти стены. Поэтому до сих пор здесь слышна удивительная тишина, какой-то благодатный покой, сокровенная молитва, намоленность этой квартиры. И строгой хранительницей, привратницей этой, я бы даже сказал, обители дорогого батюшки была его матушка Елизавета Константиновна Сергиева. Она хранила пределы этой квартиры, и сюда имели доступ лишь действительно самые близкие духовные чада отца Иоанна Кронштадтского, либо его родственники. Где бы отец Иоанн ни был, в каком конце России, ему преподносили памятные иконы с просьбой о святых молитвах. И на этих стенах было много икон, прежде всего его святого небесного покровителя Иоанна Рыльского, Андрея Первозванного, других святых. И вот это соединение цветы, птицы, иконы создавали совершенно удивительную, чудесную, райскую здесь обстановку.
Этот дом был домом Причто-Андреевского собора. Здесь жили обычно настоятель и ключарь на втором этаже. На первом этаже жили низшие церковные служители. И нужно отметить, что сам отец Иоанн не владел этой квартирой, этой домом. Так что даже в его формулярном списке в конце жизни была запись «недвижимостью не владеет». Так что отец Иоанн здесь жил бессеребренником. Сейчас восстановлено лишь две комнаты. Квартира отца Иоанна состояла из шести комнат. Так что, хотя уже проделана достаточно большая работа, тем не менее, наверное, большая часть главной работы еще впереди. Когда мы начали ее, это было почти 7 лет назад, тогда казалось невероятным найти, допустим, подлинные вещи, казалось невероятным восстановить эту квартиру. Но милостью Божией, молитвами наших духовных отцов удалось расселить эту квартиру в 1997 году. Затем мы обратились к святейшему патриарху Алексию, нашему правящему архиерею митрополиту Владимиру за благословениями, получили их. И после этого здесь была устроена, учреждена уже мемориальная квартира, которая открыла свои двери в год 170-летия со дня рождения Иоанна Кронштадтского 1 ноября 1999 года. Тогда была возобновлена и мемориальная доска на доме отца Иоанна, на том же самом месте, в том же материале, карарский мрамор, с тем же самым текстом. Доска будто вернулась на место. И наша самая заветная мечта – восстановить тот храм, который был здесь учрежден, основан по благословению святейшего патриарха Тихона. Поэтому всех мы приглашаем сюда помолиться, приглашаем в гости к батюшке, приглашаем в это святое место и надеемся, когда-нибудь здесь будет служиться и литургия в память дорогого батюшки. Железную дорогу от Архангельска до Карпогор построили сравнительно недавно. А раньше единственным средством передвижения были пароходы, да и то весной, когда реки были полноводны. Именно так отец Иоанн и добирался в родные края. И сегодня путь сюда не близкий. Больше 1000 километров от Москвы до Архангельска, еще 500 километров поездом до станции Карпогоры и еще верст 100 до берегов реки Пинега автобусом или попуткой, где и находится большое село Сура. Мостов в этих краях нет. Зато есть маленький, но исправно действующий паром. Только приехав в Суру, мы поняли, почему батюшка Иоанн почти каждое лето так стремился к себе на родину. Места здесь просто необыкновенные. Может быть, именно здесь и начинаешь понимать истинную красоту русского севера. Вот в этом доме почти 100 лет назад жил священник монастырский. Этот монастырь был основан святым праведным Иоанном Кронштадтским в честь святого праведного Иоанна Богослова, святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. И именно священником этого монастыря был Георгий Маковеев, который и жил в этом доме. Иоанн Кронштадтский, когда приезжал на свою родину, он всегда посещал все родные места, то есть дом, где жила сестра его Дарья, посещала всех священников, где они жили свои дома. Возвратясь из рощи и напившись чаю, батюшка сейчас же отправился осматривать вновь остроенный дом священника отца Георгия. Из окна кабинета хозяина дома, помещающегося во втором этаже, сейчас мы покажем, где с той стороны эта комната, где ночевал Иоанн Кронштадтский. Из окна кабинета хозяина дома, помещающегося во втором этаже, отец Иоанн мог видеть, как на ладони всю свою Суру. На первом плане
который раскинулся широкий монастырский двор со всеми своими постройками, частью уже совершенно готовыми, а частью еще не оконченными и закрытыми лесами. На втором этаже и ночевал святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда приезжал на свою родину. И именно с этого кабинета он очень широко видел всю свою постройку, все свои здания, которые своим трудом он построил, весь монастырь. Батюшка долго не мог оторваться от дорогого сердцу вида Суры. Так, преобразовавшийся благодаря его трудам и, наконец, повернувшись к священнику, отцу Георгию и его жене, сказал: «А знаете, что я останусь здесь у вас в этой комнате ночевать». Даже вот видите, сведения с этой книжки «Источник воды» вот описывается, что он просил, значит, чтобы отец Георгий разрешил его ночевать. И именно вот даже фотография с этой комнаты сфотографирована, да, и он благословляет монастырь из этой комнаты, с второго этажа, весь монастырь. Отец Иоанн Кронштадтский, заботясь о душевном состоянии своих земляков, решил устроить в Суре обитель, которая имела бы просветительские цели и побуждала бы людей к молитве и труду. Это все, что осталось от Успенского собора монастыря. В последние годы там был клуб. Напротив храма – вечная слава и вечная память погибшим в Великой Отечественной. И ни одного имени. Ни храма, ни памяти. Монастырь был заложен 14 июня 1899 года самим отцом Иоанном на деньги, пожертвованные многочисленными благотворителями. Первыми монахинями стали иноки Люшинского монастыря, мать Варвара и мать Ангелина. Младшей было всего 13 лет, а самой старшей 41 год. Первой настоятельницей монастыря была мать Варвара, а это игуменья Порфирия, управлявшая монастырем после нее. Несколько построек сохранились и до сего дня. Это, например, бывший сестринский корпус послушниц, а ныне больница. В 1921 год стал последним годом существования монастыря. Каждый год в начале июня отец Иоанн приезжал в свою родную Суру. Ездил водным путем на пароходе «Шестовец» или на пароходе «Святитель Николай», который сам и приобрел для монастыря. Толпы земляков и приезжих встречали его у пристани, ожидая благословения, и бежали за повозкой, на которую он добирался до дома. Иногда отец Иоанн останавливался на ночлег у родных сестер Анны или Дарьи. Дом Дарьи Ильиничны нам уже знаком. Впрочем, батюшке редко доводилось ночевать в одном доме 2-3 дня подряд. Слишком много было дел. Ведь Иоанн Кронштадтский, кроме монастыря, построил в Суре 3 школы для детей – мукомольную монастырскую лавку, где продавали продукты по самым низким ценам. Здание это сохранилось, и теперь здесь промыслом Божьим – пекарня. Старый Никольский храм был уже очень ветхим, построенным еще в 17 веке. И батюшка выстроил новый каменный храм для своих односельчан во имя святителя Николая Чудотворца с двумя пределами. Правый – во имя святого Иоанна Рыльского, небесного покровителя батюшки, и левый – во имя святой мученицы Параскевы. Храм был торжественно освящен 29 июня 1891 года. Ныне храм в бедственном положении, а вот таким величественным он был сразу после освящения.
принадлежавшем священнику Георгию Маковееву, в котором мы уже были, располагается ныне храм Сурского прихода и музей, который основала удивительный человек, в прошлом учитель географии Серафима Вячеславовна. Она радушно встретила нас и рассказала о детских, отроческих, студенческих годах жизни отца Иоанна Кронштадтского. Здесь же представлены предметы домашней утвари, обиходы того времени и многочисленные фотографии. Суру по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона приехали несколько сестер. Они живут по монастырскому уставу и мечтают восстановить храм святителя Николая Чудотворца. А самое главное, сестры надеются, что в Суре возродится монастырь. Богоспечаемые, богословистые, животочно источились и все блажения отче Иоанне, в посте и молитве, словеса Божия со слезами в сердца, верно сея. Свету истинного богопознания часть земли нашей призывал Есей, и же в любви Божией укрепляющийся, поехал тебе таковая. Иоанн Кронштадтский благословил устроить в 18 километрах от Суры Троицкий скит Сурской обители, который сам и осветил 14 июня 1902 года. От лесной дороги до Летовской рощи километра 4, и мы идем поклониться этим святым местам. Снежной равнине
причастившийся святыне. От церкви остались лишь металлические кресты, решетки, да несколько болтов. Малые дети занедужили, заблудили, захмелели, закружили и завьюжили окаянные метели, иноземные растлители. Внимательный глаз еще сможет различить основание фундамента храма, который быстро зарастает, и остатки когда-то вырытого сестрами колодца. Землю под строительство Троицкого скита пожертвовал лично государь-император Николай II, а благословил строительство святой праведный Иоанн Кронштадтский. Говорят, он очень любил это место, откуда его родная Сура была видна как на ладони. На освящении скитского храма батюшка говорил: «Для чего я собрал и поселил вас здесь? Не для вашего ли спасения? Не для того ли, чтобы, упражняясь во всякой добродетели, вы сделались одушевленными храмами Божьими навеки бесконечные?» Не хвалить чужие стороны, знаю, вспомнят веру отчую. Рассветной стылой темени у креста, где ты распята, тихо светятся до времени сокровенные булаты. Недалеко от поселка Суры есть еще одно удивительное место – источник святителя Николая Чудотворца. Местные жители, собираясь за водой, так и говорят: «Пойдем к Николе». Ходят слухи, что давным-давно кто-то видел в этих краях святителя Николая в образе седого старичка. На этом месте и сейчас стоит простенькая часовенка. А в 100 метрах от нее, говорят, нашли икону святителя Николая. И в том месте, где была явлена икона, забил родник. Вода из него почитается святой и целебной. Чистота и первозданность этого места надолго запечатлеваются памятью. На заснеженной равнине и была ты светлой девою, причастившийся святыне. Из самых глухих уголков Архангельской области вот уже 4 столетия находится Артемиево-Веркульский монастырь. Сюда неоднократно заезжал отец Иоанн поклониться мощам святого отрока Артемия Веркульского Чудотворца. Местоположение монастыря на высоком берегу реки Пинега очень красивое. Монастырские строения окружены прекрасным сосновым лесом.
Основание монастыря относится к началу 17 века. Монастырь назван Артемиево-Веркольским в честь святого праведного Артемия. Сиотрак родился в 1532 году в благочестивой крестьянской семье. Его родная сестра, которую помнят в этих местах, известна как праведная Параскева Перенемская. Согласно житию, святой отрок Артемий был трудолюбив и вел праведную и простую жизнь. Однажды, когда святой Артемий вместе с отцом и матерью трудился в поле, разразилась сильная гроза, и отрок Артемий был убит молнией, или, как пишется, от громного страха приставися. Тогда отроку было всего 12 лет. Крестьяне не решились предать его тело земле, подумав, что такой кончиной он был наказан за тайные грехи. Но через 33 года его мощи были обретены нетленными, и от них исходил чудный свет. После обретения святых мощей праведного отрока Артемия Бог прославил своего сокровенного угодника многочисленными исцелениями приходящих к ним людей. Точная дата основания монастыря неизвестна до сих пор, но основатель известен. Это воевода Афанасий Пашков, который после 1635 года построил обитель в благодарность за исцеление сына по молитвам святого праведного отрока Артемия. Одним из самых ревностных настоятелей обители славился архимандрит Феодосий, который управлял монастырем с 1861 по 1885 год. Его могила чудом сохранилась. Ныне здесь установлен памятный крест. Успенский собор был заложен при наместнике архимандрите Виталии в 1891 году. Храм был возведен на средства святого праведного Иоанна Кронштадтского и трудами братьев обители. По размерам и архитектуре это единственный подобный собор во всем Пинежье. Этот изумительный, даже по столичным меркам, храм был возведен по проекту академика Марфельда. 14 и 15 июля 1897 года отец Иоанн Кронштадтский лично осветил верхний храм собора и произнес замечательные проповеди на его освящение. Недалеко от Веркалы находится Исура, родное село святого праведного Иоанна Кронштадтского. Еще мальчиком отец Иоанн ежегодно заезжал поклониться святым мощам Артемия Веркольского, а позднее на средства отца Иоанна Кронштадтского были приобретены и вызолочены деревянный балдахин и новая рака для мощей святого отрока. При разорении обители в 1920 году братья успели тайно спрятать мощи святого Артемия от поругания. По некоторым свидетельствам, ныне они находятся под спудом на территории монастыря. Часть братьев приняла мученическую кончину. Старожилы помнили, как в 20-е и 30-е годы жгли книги и монастырские иконы, а затем разобрали на кирпичи монастырские стены и колокольню. Возрождение обители началось по инициативе уроженца села Веркалы, писателя Федора Абрамова и его жены. Писатель, по своему завещанию, похоронен у монастырской стены так, чтобы при воскресении из мертвых восстать лицом к святой обители. В 1989 году при участии жены писателя Крутиковой Абрамовой, а еще через год, начались регулярные богослужения. Храм типичен для Архангельской области по своей архитектуре. Почти такой же стоял и в Суре, где служил дьячком его отец Илья Михайлович Сергиев.
И вот мы снова в Санкт-Петербурге, на Карповке, куда после кончины отца Иоанна были торжественно перенесены останки одного из последних великих пастырей русского народа. В годы гонений монастырь закрыли, но верующие люди продолжали тайком посещать святыню и молились у окошка, где почивали святые мощи Иоанна Кронштадтского. Иоанновский женский монастырь первоначально и был подворьем Сурского монастыря, но в 1902 году был преобразован в самостоятельный монастырь. Иоанн Кронштадтский еще не был прославлен церковью, но чудотворения уже происходили. Сюда, к гробнице кронштадтского батюшки, приходили и приходят те, кто хочет облегчить скорбь, исцелить недуги, душевные и телесные, укрепить веру и надежду. И небесная помощь по молитвам батюшки подается. Небывалая любовь к кронштадтскому пастырю привлекла большие пожертвования, и монастырь был построен в самые короткие сроки. Уже в 1909 году в Иоанновском монастыре было 350 насельниц. Первой игуменей стала мать Ангелина. В нижнем храме бережно хранятся остатки ее монашеской одежды, крестов и схимы. Скупые строчки документов свидетельствуют, сколь много успел сделать батюшка за свою жизнь. Несколько монастырей и скитов, которые он не просто построил, но и обеспечил денежным содержанием. Храмы, школы для детей, больницы, кирпичные заводы, мельницы, продовольственные типографии, гостиницы, скотные дворы, пасеки, дома для нуждающихся. А сколько батюшка раздавал денег? Ведь всюду, где бы он ни появлялся, за ним ходили толпы людей, и многие получали от него пожертвования не один раз. Чем же отец Иоанн Кронштадтский был так велик? Да тем, что ему, по словам архимандрита Иоанна Крестьянкина, был дан особый дар, помогающий и исцеляющий молитвы. И он щедро отделял им людей, жаждущих его молитвенной помощи. Желая исправления греховной жизни, отец Иоанн построил в Кронштадте дом трудолюбия, причем заложил его всего в 100 метрах от своей квартиры. Здание это сохранилось, и здесь промыслом Божиим, кроме жилых квартир, есть и центр образования «Надежда». Нельзя не сказать о том, каким сыном был отец Иоанн Кронштадтский. Почитание им родителей было воистину библейским, ибо сказано: «Всем сердцем почитай отца твоего, и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе». После смерти родителей отец Иоанн построил в Суре часовню в память своих родителей. Она не сохранилась. Но вот могилка отца батюшки, Ильи Михайловича Сергиева, и его родной сестры Дарьи Ильиничной Малкиной сегодня доступна для паломников. Когда Иоанн Кронштадтский был в Суре, он всегда служил панихиду у часовенки. Надо ли говорить, что он, безусловно, поминал их во время ежедневной литургии?
мама отца Иоанна, Феодора Власьевна Сергиева, похоронена на старом кладбище в Кронштадте. И над ее могилкой тоже была возведена часовенка в честь Казанской иконы Божьей Матери. Часовня эта, к счастью, сохранилась и доступна для посещения каждую субботу. Я предвижу и восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая по старому образцу, крепкой своей верой во Христа Бога, во Святую Троицу, и будет по завету святого князя Владимира, как единая церковь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.